А мы двигаемся дальше. И третья пара профессиональной части турнира Vitrex Pro Дух Воина. Бой в категории 77 килограмм. Я обещаю вам лично, этот поединок будет одним из самых захватывающих. Итак, первым в клетку приглашается боец из города Москва. Представляет центр единоборств «Русич». Максим Татаринов! Соперник, боец из города Москва, представляет бойцовский клуб «Витязь» Андрей Ciubotaru. Максим, прошу внимания, Татаринов в клетке на турнире Vitrex Pro. Это весовая категория до 77 килограммов. Его соперник Андрей Ciubotaru сейчас появляется. А то, что устроили поклонники Татаринова во время выхода своего спортсмена, это достойно самых ярких, самых отъявленных фанатских секторов на самых прожженных футбольных стадионах. Итак, Максим Татаринов, 27 лет, 181 сантиметр, из Москвы, из клуба «Русич». Один бой, одна победа. Мастер спорта по боксу. Андрей Ciubotaru, 19 лет, 177 сантиметров его рост. Из Москвы, хотя родом из Молдавии, из клуба «Витязь». Одна победа, два поражения на профессиональном уровне. Кандидат мастера спорта по рукопашному бою. Рост 177 сантиметров, вес 77 килограмм, профессиональный рекорд, одна победа, два поражения. Кандидат мастера спорта по армейскому рукопашному бою, универсальному бою, чемпион Москвы по универсальному бою, Андрей Ciubotaru. Сейчас вам показывают Татаринова, но достоин он того, чтобы показывать его побольше. Посмотрите, насколько харизматичный вид у спортсмена. Начал бы он карьеру пораньше, не в 27 лет. Вполне возможно, стал бы с такой внешностью, с такой харизмой, настоящей звездой, как минимум на российском, европейском уровне. А дальше уже мастерство решает. Когда Татаринов ведет поединок, показалось мне, по крайней мере, что многовато лишних движений он делает. Но, тем не менее, я все-таки осторожно считаю фаворитом в этой схватке именно его. Не удастся нам по цвету шорт различать сейчас спортсменов. Будем ориентироваться на бренды. Ciubotaru старается работать, как правило, спокойно, серийно. Неплохо чувствует дистанцию. В целом, довольно грамотный спортсмен. Но, как мне показалось, все-таки, наверное, не очень зрелищный. Татаринов должен использовать свое преимущество в работе руками. Все-таки боксерское прошлое обязательно должно о себе давать знать. Ciubotaru пытается лоу-киками выключить переднюю ногу Татаринова. Пока, конечно, до этого еще далеко. Не очень жестко он попадал. Размашистая техника у Ciubotaru, но чувствует дистанцию. Отлично корпусом двигается Татаринов. А
от апперкота сейчас ушел. Очень уверенно, хотя руки немножко разбросано держит, не закрывает челюсть. Ну, а думаю, знает, что делает. Да, делает ставку сейчас на работу руками Татаринов. Лоу-кик какой-то очень ниже колена, неубедительный. Но и не очень убедительный ответ со стороны Ciubotaru. Немножко Максим не такие Татаринов длинные рычаги Андрея Ciubotaru, чтобы третий доставать этими лоу-киками вечера, оппонента. Отлично качает корпусом сейчас Татаринов. Нужно ему подобрать свою дистанцию. Неэкономичная манера боя, конечно, у Татаринова. Много движений руками. Сейчас он активно, жестко поработал в области лезенки Ciubotaru. А Ciubotaru, в свою очередь, заботал Татаринова, прижал его к сетке. Пытается сцепить руки за спиной, чтобы провести какой-либо тейкдаун. Татаринов пытается отвечать по корпусу. Не очень ему, видимо, нравится эта позиция. Переходит он на гильотину или не переходит? Закрылись там руки? Похоже, что да. Что сейчас придумает Ciubotaru? Пока он просто терпит. Или там не очень плотный захват, или большое терпение у спортсмена. Не видно, к сожалению, какое там качество захвата в исполнении Татаринова. Видимо, запястьем всего лишь он давит, не предплечьем на шею Ciubotaru. И из-за этого его оппонент не сдается. Очень удобно Татаринов сейчас расположился. Он пытается Ciubotaru изменить ситуацию. Шею пока не вырвал. По крайней мере, левую ногу Татаринова. Активная работа! Подержи, подержи, сейчас пойдем. Активная! Рассечение, рассечение серьезного Ciubotaru. Стекает он кровью на левый бок Татаринова. Поднимает стойку рефери. Посчитал, что недостаточно активны спортсмены. Поддержим и нужно продолжать стойки. Бойцов, друзья! Но Максим должен использовать преимущество в ударах руками. Нужно, наверное, все-таки попробовать больше прямыми работать. Зачем работать боковыми, когда можно доставать соперника на дистанции? Да, вот как сейчас, правый прямой! Потряс Ciubotaru. Но то, что я говорил, Ciubotaru неплохое имеет чутье бойцовское. Как только стало туго, он старается прижаться к сопернику. Хотя пропустил сейчас несколько ударов на отходе. Татаринов в стиле Дэна Хендерсона работает. Вот кого мне напоминает эта стойка. И заряжает точно так же пушечные боковые, как коромысло на плечах. А Ciubotaru начал ощутимо уставать. Конечно, уже напропускал прилично. И то, как он вылезал из удушающего, очень все это энергозатратно было. Можно попытаться раздергать, наверное, сейчас Андрея, попробовать спровоцировать, заставить опустить руки, и пропустил сейчас Джефф. Но должен Татаринов решать уже, наверное, в этом раунде. И сейчас оверхенд. А вот это уже был оверхенд. Мимо цели прошло, и Ciubotaru вытек своего оппонента. Но просто лежать нет смысла, нужно хотя бы поработать каким-то образом, как-то отнять силы у соперника, потому что сейчас раунд явно не в пользу Ciubotaru. А я хочу отметить, что на стадиум Лайф сейчас атмосфера, которая похлеще будет, чем на некоторых значительно более крупных шоу. И стараются для этого 30-50 молодчиков, которые поддерживают Максима Татаринова. Раунд завершен однозначно в пользу Татаринова. Но Ciubotaru показал в концовке, за счет чего он будет пытаться изменить ход поединка. Видите, по специфике промоушена не появляются секунданты и тренеры внутри клетки.
через сетку поет Чубатару бутылочкой с водой. Ну, а Татаринов не садится, очень бодро себя чувствует. Парков, отжимайся, не давай! Вот момент, который мог стать ключевым. Могла здесь наступить развязка, но не наступила. Стадион лайв. Вы готовы к раунду номер два? Правый. Я думаю, что если Татаринов сейчас будет применять прямые длинные удары, держать на дистанции Ciubotaru, то все будет у него хорошо получаться и дальше. Начинает Татаринов опять выцеливать. Ciubotaru пока четко держит руки, понимает он всю опасность, которая исходит от кулаков соперника. Мидлкик в исполнении Ciubotaru и добавляет руками. Второе дыхание как будто бы открылось у него. Жестко прижимает вновь Татаринова к сетке. Понимает он, что это его игра. Нужно здесь искать. И вот зацеп, зацеп идет там уже за ногу Татаринова. Но выскочил. Зато ногу отдал Татаринов. И амплитудный бросок! Какой красивый! Ciubotaru сейчас будет дорабатывать. Оказался он в отличном положении. Full mount! В кризисном положении Татаринов уже разбрасывает руки. Но нет, собрался, собрался. Ciubotaru нужно во что бы то ни стало сейчас работать. Иначе поднимет рефери в стойку. Он с таким трудом вышел на это положение. Давай, давай, крути его, крути! Активно! Затылку не бьем, внимательно! Максимально активно нужно работать. Сил, конечно, не так много, как было в начале. И вот хорошее попадание в исполнении Ciubotaru. Еще одно, но по амплитуде. Хаммером попробует поработать. Пытается выскальзывать Татаринов. Мост! Право, мост! Право! На американу пошел Ciubotaru. Идет американо, но дойдет ли? Нет, не дойдет. По крайней мере, не сейчас. Друзья, всего лишь третья пара профессиональной части турнира. А в клетке уже высекают огонь. Стадион лайв, громче поддержите третью пару. Ciubotaru можно сейчас попробовать придумать какие-то комбинации. Не только ударами, может быть, перейти на болевой еще раз, потому что была неплохая попытка. Но попадает он явно в свою пользу, забирает этот раунд. С полной выкладкой работает, попадает по Татаринову. Тому тяжело, нужно срочно связывать руки соперника. Он просто пока пытается держать дистанцию, но это не стойко. Здесь так не сможешь сделать, Максим. Андрей работает с таким лицом, как будто ему жалко соперника. Но в любом случае он делает правильно. Даже если нет сил, нет возможности наносить сокрушительные атаки, по крайней мере он работает, не дает повода поднять стойку спортсменов. Отжимает предплечьем голову Татаринова Ciubotaru. Сейчас их вновь атакует. Если до конца раунда Ciubotaru продержится в этой позиции. Вот то, что я говорил. Попытка рычага. Как сплелись сейчас оппоненты. Татаринов из последних сил пытается не отдать эту руку. У Ciubotaru тоже уже не так много энергии. Татаринов вылез из этой позиции. Работает по корпусу. Не так много у него уже мощи и динамита в руках. Поддержите бойцов, стадион лайв! И в фулбауте теперь Татаринов! Как все перевернулось! Отдает спину Ciubotaru, это может стать решающей ошибкой. Татаринов сразу пользуется этой ситуацией, пытается выйти на удушающий. И близок он к тому, чтобы это сделать, казалось бы, но нет, там не лежит рука на шее. Закрывается подбородком Ciubotaru сейчас довольно грамотно. Стойку! Пока все идет как-то раунду, на мой взгляд. Никогда нужна ваша поддержка, стадион лайв!
Ciubotaru нужно поработать в конце, на последних секундах, чтобы точно не отдали Татаринову по итогам двух раундов. Но Максим уже еле стоит на ногах, по крайней мере, так показалось вот, после той комбинации, которую он пропустил. Но Ciubotaru тоже не сладко. Уже откровенно висят друг на друге спортсмены. Тяжело, конечно, тяжело. Но самое интересное, что вполне возможно предстоит им еще целый раунд сражаться. И здесь функционал выйдет на первую роль. Раскачивается Татаринов. Сейчас можно его брать тепленьким. Но мало времени у Ciubotaru. Но да, похоже, он это сделает. Сделал! Конец второго сделал раунда. Или нет? Нет, раунд кончился. Чуть-чуть не успел Ciubotaru, чуть-чуть. Буквально двух секунд, я прямо скажу, двух секунд, двух ударов. Трех ударов не хватило Ciubotaru сейчас, чтобы добить Татаринова. Третий раунд. Надо, Максим, надо. Сейчас будет экстра, надо, Максим. Надо, руки твои. Можешь, Макс. Вообще, по всей видимости, я упустил формат этого поединка. Наверное, 3 по 5 здесь было известно сразу об этом, потому что никаких судейских совещаний, сразу третий раунд объявили. Прошу прощения, очень сильно я увлекся спортсменами. Одним выходом Татаринова уже можно было любоваться минуту целую. А вот сейчас сообщает мне редактор трансляции все-таки, что был я прав, экстра раунд, действительно. Ну ничего страшного, главное, что этот бой будет продолжаться, это здесь самое важное. А вот сейчас Максим Татаринов уже сидит и пытается продышаться. Уже не так бодр, как после первого раунда. В этом напряженнейшем и захватывающем поединке раздельным решением судей победу одержал боец из города Москва Андрей Ciubotaru! Ну вот видите, как оказывается, не будет никакого третьего раунда. Зря гоняли ринг Card Girl в клетку с табличкой номер 3. Друзья, все-таки просто взяли и отдали победу Ciubotaru. Наверное, можно было сделать экстра раунд все-таки. Оба потому что заслужили громкие потому и что так должно было быть. Но это поздравим Ciubotaru, потому что бой был красивый. Хотя можно было его продлить, чтобы мы посмотрели побольше на это красивое, симпатичное зрелище. Но Татаринов, боюсь, уже был не совсем в состоянии продолжать этот поединок. Хотя, может быть, я ошибаюсь. И ответ на этот вопрос дал бы только экстра раунд, который мы не увидим. Итак, Андрей Ciubotaru победил Максима Татаринова. 3 поединка мы увидели и ждем следующий.